Обычно говорят, каждый делает, что может. Но на самом деле почти никто никогда ничего не делает. Все только трындят. Каждую неделю вечером после работы я сажусь в свою машину и еду не домой, как обычно. Я еду в районный или областной центр, иногда своей, иногда другой области. Такие места просто кишат теми, кто мне нужен. Но мне надо быть очень осторожным. Меня там никто не должен знать. Так что я стараюсь быть как все. Уважаемый, не будь зажал. Подожди, да, дай тебе приходить. Главное не бояться. Нет у меня денег. Куда ты лезешь? Ну, пиши. Нет, дай телефон. Ну, магазин, денежка есть. Тихонечко. Что ты кипишуешь, блядь? Тихонечко. Пошли. Погнали, погнали. Пидор бородатый. Куряво, пойдем. Здрасте. Метиловый спирт есть? Baby, goodbye, goodbye, baby. Вы спросите, что я с этого имею? Baby, goodbye, 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 на вкус и запах это просто паленая водка. Но 50 грамм внутрь и смерть.
Я еду домой по пустынной трассе и наслаждаюсь мыслью, что где-то из пластикового стаканчика сейчас бьет свои последние 50 грамм быдла, зря коптившее эту планету. На следующий день мне так здорово работается.